Следующий раздел – это нейтрализация угрозы огнестрельным оружием, угрозы пистолетом, угроза спереди. Итак, посмотрели технику в динамике. Теперь медленно объяснение детали. Давайте. Итак, исходное положение. Фронтальная позиция. Противник угрожает огнестрельным оружием. Руки поднять. Поднимаем руки и выбираем дистанцию, которая нам будет удобна для выполнения атакующей техники. Атака. Блок и увод пистолета вовнутрь, в сторону. Блок, захват за ствол, увод в сторону, контратака. Далее. Обратным хватом. Казенная часть пистолета. Выкручиваем пистолет на себя. Контратакующий удар в грудь. И снова переход на болевой прием. Узел локтя. Фиксация. Пистолет остается в руке. Далее техника конвоирования. Отдельно давайте рассмотрим технику выхватывания пистолета. Начало комбинации. Захват выполняем вилкой между указательным и большим пальцем. Таким образом, чтобы изгиб, который у нас находится между рамкой и скобой пистолета, ложился как раз вот в вилку. Посмотрим, выполняем следующим образом. Вилка, захват, зажимаем затвор сверху, сваливаем пистолет в бок, уводим в сторону и одновременно с шагом накрест выполняем удар кулаком в голову.